Ну что, дамы и господа, мы снова с вами. С вами Максим Кочеев и Герман Громов по-прежнему, и мы возвращаемся после столь ошеломительного развития событий, где команду Quiet Please сняли с участия за читы. Ну да, такое бывает. Судьи молодцы, судьи работают на ура. Так что если думаете, что вы останетесь незамеченными, зря так думаете. Так, ну что у нас? Максимка, ты тут? Да, я здесь. Ну что там тебе сказали? Будет переигровка с эмпауэрами. То есть их поймали, они, слава богу, недалеко убежали. Их сразу же Мэддоктор взял. Ну и, собственно, сказал, чтобы они бежали и переигрывали. Они уже зашли, отыграли, собственно, на живой раунд, в котором одержали победу коллектив Reunion Team. Ну и, собственно, сейчас будут играть ребята по новой, но эмпауэров пятеро, насколько я понял. А Reunion все так же четверо. Да, их все так же четверо, и... Ну, это, блин, это плохо, это жаль. Ну да. Прошу прощения, дорогие друзья. Да что ты пиликаешь? Я просто сижу в ПБ, он мне говорит, вирусная угроза была обнаружена. О чем ты вообще мне задвигаешь, человек? Так, что-то здесь, Джастли. Так, ну ждем. Ну глупо. Глупо, конечно, попались сейчас команда Quiet Please. Ну зачем? Зачем? Да просто. По приколу. Сейчас увидишь 20+ за сторону, показывай один раз. Давай 15 делаешь, даю тебе 3 стрея. 15 за сторону. Да. Ну что? Есть шанс у коллектива Reunion Team отыграть сейчас. Мотивация. Мотивация для Павла Кистерова. Сейчас Паша будет унижать. Сейчас, короче, прописывает тайный код себе. У него открывается 40-й скорострел. Просто выходит себе по одной пульке, короче, дает и выигрывает эту игру в соло. Да. Ну что, все сначала у нас получается. Сейчас неплохой шанс для коллектива Empower отыграть проигранный матч. Ну и, собственно, для коллектива Reunion тоже, ребята... могут показать себя заново, то есть не одна карта позади, сейчас все в их руках, но, я так понимаю, Midtown, да, продолжаем юзать, и я что-то как-то потерялся, какой у них будет следующий мапа, ну, вроде тоже деловой центр, не помню, ну, ладно, неважно, посмотрим. Так, ну что, коллектив Reunion Team уже в полном составе, а Empower только собираются. Надо дождаться еще двоих игроков. Вот Леон присоединился и... Дожидаемся Фокса. Да, вот Фокс как раз таки приходит. Ну и... И. Я, в принципе, готов. Так я тоже давным-давно готов. Ну тогда, получается, я не буду заливать то видео, да, где играли
Да. Гоу! Пишут ребята у нас. Уже руки чешутся, все, полетели, давай. Там три сотки горят. Три сотни на кону, мужики, собрались, все фраги мои, подожди. Ну что, посмотрим, ну в принципе сейчас просто огромный плюс к морали. Сейчас заходит мой доктор. И говорит, реюнион тим исключены за читы. Нет, заходит мой доктор и снимает там пауэр. Вот, в общем, голосину орать. Ну ладно. Ну, ребята, гоу! Премия тик-так, дилидон. Ну нет, ну начинайте вчетвером. 4x4, все по чеснокам будет. Что же включи? Читы включите. Так, ну что у нас? Go. Да не начинают они ни в какую. Поехали. До луны. Блин, ты меня загрузил своей этой загадкой. Да. Что бывает один раз в минуте, два раза в моменте и никогда за 1000 лет. Блин. Тут по-любому подвох какой-нибудь. Не вот знаю. Я сейчас тут шарюсь где-нибудь в облаках. Что ж такое-то вообще происходит в минуте один раз, два раза в моменте? А он мне потом там что-нибудь скажет, блин. Скажет, когда ты захочешь узнать ответ. Ну ладно. Так. Два раза в моменте. Ты что, гуглишь? Не-не-не. Это неинтересно будет. Все, мы начинаем карту металл, но теперь что же, Empower против Reunion? Ну, посмотрим. Насколько круто сейчас отыграют у нас эти парни. Empower начинают в атаке, в пятером против четверых и Reunion в обороне. Ну что, посмотрим, как будут обстоять дела у ребят. Надеюсь, мой доктор больше не зайдет и не скажет, типа, ой, у меня что-то упало. Что у меня упало? А у меня упал пульт от кондиционера, ладно, ничего страшного. Так, ладно, прогружаемся, загадки я с тобой потом разберусь. Так, ну, в принципе, на обороне ребята показывали себя довольно-таки неплохо, но и сейчас они решают полностью оставить кафе и только реактивчика посадить там на винты, и Джасли будет сидеть на двойке. Эмпауэры очень аккуратно играют, надеются, что будет какой-то поджим от коллектива Reunion TM, но... Такого не будет, ребята просто сидят и ждут своих оппонентов. Абакаров делает прокид на лонг и сейчас может сыграть с огнем. Просто там стоит Стиви со своим девайсом. Ну и, собственно, пошла перетяжка у нас также по семерку. А это там Мэддук. Да, это бета. И посмотрим, как Мэддук сможет принять все-таки своих оппонентов. Тишки, докладывай. Давай, здесь уже трое на сурокой. И что-то совсем беда. Ой, ошиб, так же забирает Стиви у нас. Спин заходит со Стиви, забирает двоих. Все, вот и весь раунд. Не. Что-то как-то не зашло. 300 рублей, походу, остаются в твоем кармане и придут еще 300. Да. Ну, посмотрим. Может, ребята сейчас соберутся. Опять будут действовать по той же схеме. Коллектив Empower накаляет ситуацию на ланге, откидывают дымовые и осколочные хае. Также задымили
ЦКФМ. Ну что, посмотрим, что из этого всего выйдет. Пока что просто опять замерли, никаких передвижений у нас не наблюдается. И пошла движуха под Альфу. Ребята выжидали какого-то времени. Ну что, пошли. Топи просто на бочке забирает Стиви. Пошла перетяжка под Альфу. Есть притрек и реактивчик. И Джасли выдает неплохие минуса. Реактивчик даблкил оформляет в этом раунде. И позиция на карте становится 2 в 2. Еще так очень коварно Мэддок заходит просто через КТ спаун. 22 хп в запасе у Ашида. И это 1-1, дорогие друзья. Ну что, посмотрим. Пошла перестрелочка Винки. Ну здесь уже просто Кольт Питон зарешал. 1-1. Молодцы. Маля-ти. Посмотрим. Максимка, тебе все-таки, походу, придется взять хост уже на второй карте, потому что есть пролаги, я сейчас и стрим посмотрел. Лаги, которые у меня отображаются и на стриме, это там, короче, вообще жесть. Мне надо комп перезагружать будет сейчас, после этой карты. Поэтому как-то так. Ну ладно, тем не менее, Винку у нас заходят уже ребята из коллектива Empower. Здесь снова Мэддок на приеме, дает информацию своим тиммейтам, мол, это опять нужно бета. И нужно как-то прийти круповать. Реактивчик делает минус поверх, машину разменивает. Мэддок неплохо работает по Винке. Там же статинный зонтап у нас лучше широк уже. Леон здесь прибежал. Джасли. Все прекрасно слышат. Но Леон здесь его все-таки опередил в стрельбе. Бомба была установлена. АЕшка не долетает до места назначения. Ну и, собственно говоря, один скилл здесь против двоих игроков остается. Аук пытался найти в центральном кафе, но, к сожалению, для Стиви здесь его нету. Да. И это 3-1. Засылочка. Ой, 2-1. 2-1, 2-1 пока что, но... Начало миссии. Поехали дальше. Ехала. Ну что, ребята у нас опять же делают раскидку под Альфу, и Леон у нас накаляет ситуацию на семерке. Откид дымовой гранаты, там Мэддок стоит. И Стиви отыгрывает от КТ спавна, чекает у нас Винку под бетой. Довольно-таки неплохая расстановка у коллектива Reunion Team. Пошла перетяжка под Альфу, ребята начинают прессинговать. Там жадные реактивки будут работать на приеме, посмотрим, как у них это получится. Есть работа в Винке, неплохо Абакаров и Софи выдают минуса по своим оппонентам. Сорян, ребят, и Стиви подключается к этому фраг-параду, забирает Ашида. Мэддок тем временем наказывает голову Леона. Пошла работа у нас Винку под бету. Там Софи уже зачекал своего оппонента. И Мирокс обходит через КТ-спаун. Просто сейчас клешни берут Мэддока. Ну и, собственно, это 3-1. Да, 3-1, дамы и господа, у нас, конечно, здесь беда в том плане, что пятером играют парни из Empower, в четвером Reunion. Да, здесь не могут Reunion на полную выложиться, постоянно приходится бету как-то что-то придумывать с ней надо и так далее, потому что играть ее в одному тоже дело такое гиблое. Один Мэддоктор стоит и, собственно, ну что же, вот реактивки также погибает на Винке уже, Мирекс его пригрел. Ну и 3-5 это гровка у нас против команды Пару сейчас от Reunion последует, но уже 2-5. Ой-ой-ой! Леона. Да. Бомба была установлена. Эпик фейл, ну что. Ладно. Посмотрим, что у нас тут будет далее. Ашит у нас готовится уже принимать Джасли все-таки через семерку. И он это делает, да, прочекал своего оппонента, но пока что не удалось. Джасли его врубает и в ответ залетает у нас минус 4-1. И граната так летит. Нормально. Так, ну что, 4-1 у нас счет по-прежнему. Такое же преимущество хранится за Empower, ну и... Может, поражать надо что-нибудь с Reunion'ом попробовать? Или же не будут? Нет, не будут они прожимать, они просто посадили сейчас у входа в кафе игрока, ну и, собственно, сразу же будут чухать всю перетяжку, но пока что это особо результата не дает, заход под Альфу осуществлен, и бомба там у нас Мирокс выдает неплохой минус по Мэддуку. Пошла перетяжка, там у нас пытается Стивис что-то сделать с КТ-спауна, у него это получается, забирает Леона, также пытается нажиметь потихоньку Винки под Альфой, но там в спину заходит к нему потихоньку да помаленьку Мирокс, и Ашит ставит неплохую баночку по реактивчику. 4 хп, бедный Стиви, понимая то, что здесь двух сторон будут зажимать, но еще против А-93 поспорить очень сложно. Тем более со снайперской винтовкой.
Да, со снайперской винтовкой. Это 5-1. Начало миссии. Так, ну что? Едем дальше, едем дальше. Так. Я надеюсь, ты там запускаешь постепенно, чтобы мы как-то без особых этих дилей перезашли с тобой на вторую карту. Ну, пока что счет у нас 5-1, ближе к завершению, да, буду запускать. Ну, могу сейчас запустить, но я буду молчать, потому что мне ничего не развернется. Нет, на второй карте непосредственно это все сделаем. Так, ну что, есть у нас заход опять же под винтом, и доктор отлетает, но он сделал у него спасафи все-таки. И доктор. Здесь Киви уже в упоре, ой-ой-ой. Реактив неплохо работает по Абакару, ну и здесь 2 ЦК и один синего спауна будут отыгрывать у нас реюнионы. Миракс. Ждет уже подготовив Джасли, Джасли делает Миракс неплохой, Киви забирает, хорошо. Ну и забирают этот раунд у нас коллектив реюнион, это 5-2. И... молодцы, молодцы. Бомба деактивирована. Вот еще бы они забрали раунда 2. Ну, миссия, собственно, 2 успешно. Раунда осталось у нас на первой половине матча. Вот их надо забирать. Просто вот must have. Ну, ребята потеют, потеют как могут, но пока что не удается. Так, ну что, у нас Сашит отбрасывает центральное кафе, задымил его всячески, чтобы не было тут ни стрельбы, не было информации со смещением игроков атаки. Ну а реактивчик винки в упор будет принимать Миракса, видит одного. И вот здесь второй Леон забегает, и Стиви, Джастли, реактив, втроичка просто разработали тушки своих соперников. Ну здесь Джастли идет уже обороняться свою точку, ну и здесь Джастли мало так выжить, да, здесь Софис пока его зажимают. Ну реактивчик по длине пойдет, бомба уже устанавливается. Бомба была установлена. Ну, сейчас, в принципе, есть и шансы взять раунд. Ой-ой-ой, реактивчик неплохо поцелил Абакарова. И остается Софи в кафе. Зря, вот это зря выход. Просто не вовремя вот это передвижение было из кафе. Но третий раунд уже в копилке коллектива. Бомба деактивирована. Кстати, если заберут четвертый, вообще вполне все может быть неплохо для них. Тут скорее даже атака для них более выгодна, чем дефенс будет. Начало миссии. Да, да. Ну, посмотрим, как у нас пойдет. Пойдут события. Но пока что ребята молодцы. Ну, более видно сопротивление коллектива Reunion Team против Empower, нежели там у нас было. Ну что, Мэтток неплохо, неплохо принимает. Это четвертый раунд. 5-4. Ай-яй-яй. Смена. Смена, дорогая смена. Да, ну посмотрим, Reunion сейчас, конечно, сильно мотивированы. 4 раунда не забрали, могут забрать и вообще, в принципе, карту. Может быть, на второй карте придет Маза. Или же не придет он. Ну, посмотрим, посмотрим. Если на второй карте придет, то это будет очень и очень хорошо для коллектива Reunion Team, но если нет, то ребятам придется тащить вторую карту. Походу пришел. Опять вчетвером. Похоже, что пришел. Ну, посмотрим. Пришел действительно или нет. Нет, это просто не прогруз. Да. Что у нас там? Что у нас там? Начало миссии.
Так, ну что ж, теперь у нас коллектив Reunion Team будут играть вчетвером против пятерых ребят Empower. Но Empower у нас играет в обороне, а теперь Reunion Team в атаке. Пошла у нас движуха на ДЛ, но там София откидывает ХАЕ и, собственно, минус по Джасли. Посмотрим, что у нас будет происходить. Реактивчик стяжка на семерку. И там Стив накаляет ситуацию в кафе против Ашида. Два снайпера выступают в перестрелке. И Мэддук пытается как-то хелпануть все-таки своему тиммейту. Довольно-таки грамотная расстановка позиций у коллектива Empower. И ребятам будет очень и очень сложно выбивать своих оппонентов. Но пока что фейловые нашивки. Просто по Стиве заглянул, вышел, инфу собрал. То есть как бы вообще никаких проблем у Стиви не происходит. Но Empower сидят, просто ждут своих оппонентов. Ой, неплохо Миракс на двойке забирает. И реактивчик и Мэддук. Два топ-игрока своей команды. Посмотрим, как они смогут сделать раш у нас на ДЛ. Собственно, от Мэддук залетает минус по Софи. Замечательно, дальше пошла движуха. Реактивчик неплохо выкидывает из этого раунда Миракса. И ребята понимают то, что этот КП пошли зажимайте по Мэддуку. Залетает пару свинца. И также Леон еще в спину, есть речь с Мэддуксом. Мэддуксом, понятно. Ой, реактивчик, как просто двоих набрил и выпрыгивающих из ПК. Господи. Как они не поняли, что он там, он перестреливался там, он никуда не мог так далеко убежать. Что вы делаете? Ну, дикий фейл сейчас был от коллектива Empower, но все-таки Леон забирает Мэддука и реактивчик 29 хп. Просто сейчас будет лобовая атака. Ой-ой-ой, 7 хп. Реактивчик сделал этот раунд. Квадрокилл. Павел, конечно, молодец. Ну что, 5-5, ну это еще больше мотивации для реюнинов. Сейчас они должны просто уничтожать своих соперников. Реактивчик у нас попытается сейчас опять же заходить в кафе. Там на приеме у нас работает Ашит. И также под альфой пошла движуха. Там у нас Джасли пытается что-то предпринять. Но как бы ему сейчас от ХАЕшки не отлететь. Сейчас просто не прочекали ЦК Джасли. Боже мой, как? Что вообще происходит? Он просто через лонг зашел в ЦКП. Это дикий фейл. Он еще альфа, я тебе больше скажу, убил всю. Да я вижу. Не. Ой, а Бакару 9 хп. Интенсиве просто нагло заходит и убивает его. Господи, какая клоунада происходит сейчас в обороне у Empower, это что-то. Чем-то. Джаз и забирает Ашида у нас, выходящего с центрального кафе. Ну и здесь Леон один остается. Реактив, в принципе, его слышит прекрасно. Дает информацию. Ну и Джаз ли здесь, в случае чего. Ну, реактив сейчас просто на клане переиграет. Так и есть. Ой-ой-ой, ну, что, 6-5. Уже доминация Reunion. Сейчас бы вчетвером пятерых выигрывать на Метауне. Ну, Метаун это еще куда не шло, вот если на ДЦ такая фишка. А ДЦ, да, вторая будет? Ну, я понял, что да. Я понял, они вообще ничего не меняли. Ну то да. То есть, как бы, так и осталось. Ну, ладно. Посмотрим. У нас реактивчик стягивается на семерку, а там Абакаров готовится к приему, собственно, сидит с А-93 парные. Так, окей. Что у нас делает Мирок? Мирок тем временем оформляет у нас даблкил, очень и очень неплохо. Стиви пытается поймать своего оппонента в нубке, реактивчик откид КАЕ, забирает Леона. Ашит, неплохой выход из нубки и моментальный минус по Стиви. Ай-яй-яй, реактивчик у нас сейчас попытается противостоять Абакару. Есть информация, то, что это Винка Бета. Просто ребята сразу же стягиваются туда. Реактивчик бегом-бегом на респу. Будет перетяжка под альфу. Но здесь Софи уже готовится принимать. Посмотрим, сможет ли вычеркнуть реактивчика из этого раунда. И будет у нас 6-6. Или же все-таки реактивчик попробует опять сделать доминацию. Ну, знаю Пашу, Паша умеет такие раунды тащить. Я еще даже когда с ним играл вместе в одном составе, Паша выдавал бывало такие минусы, что просто забей. Будь ты негатив, будь ты ничего, кто, ну, в этом раунде не получается у него, но бывали такие уже моменты в его карьере, что он там невероятно какие-то минусы 1-3, 1-4, 1-5 делал. Вытаскивал такие раунды. Ну, в общем, парень действительно очень опытный и скилловой. Ну что ж,
У нас Ашит откидывает дым перед центральное кафе. Ну, чтобы его так скажем, не набрили здесь. Ой-ой-ой, Хаешка залетает неплохо на двойку и реактив. Хороший минус гранаты. Ну и есть перетяжечка уже под бета. Здесь Джасли, Джасли уже готов лететь под винку. Вот раскачивает, раскачивает постепенно своих визави у нас коллектив Триюнио. Ну и пауэры сейчас могут попасть, так скажем, в просак, если не отойдут обратно под бета. Ну, посмотрим, посмотрим. Но пока что у нас реактивчик накаляет ситуацию в кафе, там Ашит и... Блин, потерял, ребят. Абакаров, извиняюсь. Немного... Сместилась камера, окей. Леон тем временем дает минус по Джасли, также оформляет минус по Мэддуку. И реактивчик со Стиви остаются вдвоем против четверых, хотя позиция была 4 в 4. Неплохо ребята приняли сейчас своих оппонентов. Реактивчик у нас попытается... Увидел Абакарова, ай-яй-яй-яй-яй. Но здесь Софи минус по Стиви, опять же реактивчик один против четверых. Ну посмотрим, что он сможет сделать. Леон у нас нашит до Реда и также Ашат покоцанный. Ашит, да, Ашат, что его? Ашада. Ашан. Да. Мэддук выбывает, ай-яй-яй, ася я волновайся. Говорит, потяни время, Паша, время тяни. Кстати, Паша идет 7-1, он на первой стороне 9 фрагов сделал. Или 10, на этой 7. Ну все, с тебя 300. Нет, он сказал за сторону. А, ну ладно. Не зашло, но здесь только попытался реактивчик как-то пройти. Сразу же... Морал. Да. Эмпауэр. Да. 7-6, да, получается? Да, да, 7-6, совершенно верно. Эмпауэр впереди. Мэддук что-то стоит на респиане. Все нормально. Так, ну что, Софи, у нас на обороне альфа, здесь Джасли уже в упоре и готов принимать своих, точнее, атаковать своих визави. Джасли делал первый минус, ой-ой-ой, здесь какой бардак, опять же, у альфы в обороне. Да Джасли даблкил делает, да ладно, как его так пропустили-то? Но здесь Ашит также уже страдает, но нет, делает даблкил, он довольно неплохо, запоздалая реакция. Активи реактивчика, ну и реактивчик делает все-таки еще один минус. Ну и против двоих он остается. Опять же реактивчик, опять в соло, но в принципе 23 хп, и теперь ему не приходится вырубать четверых оппонентов, а всего лишь двоих. Должен был прочекать сейчас Леона, да, пошла движуха, Шапка. Минус, и Абакаров в спину 2 хп. Да ладно, что серьезно? Обалдеть, ну ладно, Павлу остается еще 5 фрагов. Да. Ну что, посмотрим. Но реактивчик борется. Борется! А, пацаны, 3 сотки на кону. Ну и так вижу, смотри, у нас идет на ДЛ, там Джасли вырубает Миракса все-таки. И пошло передвижение у нас. Стиви на семерке сидит, и реактивчик как раз-таки к семерке стягивается. Пошел прокид. Ну и, собственно... Сейчас у нас ребята могут забрать раунд. Вполне могут, только вот Джаслин нашитый. 11 кп в запасе у парня осталось. Также передвижение у нас есть на лангере. Активчик уже сюда стянулся. Ашит, все, вот хочется ему выйти. Ай-яй-яй, а Стиви на семерке все-таки поймал баночку от Леона. Есть передвижение у нас. Реактивчик не знает, куда бы ему сунуться, где бы ему нахлопануть. А тем временем у нас... А, уже нет, уже не идет. Мэддук так чисто напугал. Забежал до БТР и обратно. Просто через ширмы по Абакару работает эта 3 в 3 отыгровка. Лол. Как же сейчас Паша на шар повесил. Ну ладно, в Альфе, кстати, сидит София, о нем не знают, походу, ничего. Ну а Мэддук здесь нагло будет заходить, скорее всего, поплатит сюда за свою наглость. Ну теперь реактив в курсе, что как делать. Но Джасли здесь еще и от Джасли, да, неплохая халпасу, 11 хп. Реактив но... делает даблкил, слушай, ему 3 фрага осталось. Я боюсь. Да не, на самом деле не боюсь. Если я сказал, значит я так и сделал. Да никто не сомневается в твоей честности. Ну что здесь, Леон чувствует, как за спиной у него реактивчик пошла, движуха и минус. 8. 7.
Саша за сотками погнался. 13-2. Какой счет у нас? 8-7? Да. Да. 8-7. Да. Реюнион впереди. Два фрага всего лишь отделяет Павла. Ну, посмотрим, сможет ли он сделать эти два фрага, но, в принципе, сможет, мне кажется, здесь осталось-то всего лишь ничего, два раунда выиграть. Ну, посмотрим, может, коллектив Empower у нас будет еще сопротивляться. Пошла перетяжка от реактивчика на семерку. Нет, просто бегает реактивчик, бегает и везде подстреливает себе фраги. Хорошая тактика, я вот периодически всегда так делаю, когда не залетает. Ладно, окей. Реактивчик начинает накалять у нас уже потихоньку ЦКФ. Ашит выбывает из боя. Ай-яй-яй-яй-яй. Миро падает. А почему не вышли-то, ребят? Не знаю, ребята завтыкали или еще что-нибудь, но тем не менее уже раунд так и так упадет в копилку коллектива Рионио. Ну что? Нет, реактив отпадает. Не добрал последнего фрага. А еще будет один раунд. Но, да, посмотрим. Ну вот если там не получится взять вообще ни одного фрага, будет очень обидно. И здесь Стиви. Да ладно, минус. Парни, 9-7. Обалдеть, два матч-поинта. Начало миссии. Победила красная команда. Может, ребята обсчитались? Нет. Там вылетел Жаши. Ладно. Так, как бы вот сейчас ребятам из коллектива Reunion Team на следующей мапе не просесть, потому что если там эмпауэры возьмут шефство, то это будет очень и очень больно. Да, сейчас бы 4-5 выиграть, действительно, но это реально бред. Да, но потом ребятам надо просто искать парнягу, чтобы сыграть против респектов. Ну. Понятно, что краш, где он заходит, не заходит. Не хотите вчетвером? Чисто так на один раунд ощутить себя. На один и на последний раунд на этой карте. Ну, кстати, да. Могли бы уже доиграть. В принципе-то тут осталось всего ничего. Прошу прощения. Не сдается. Как у тебя по фризам? Нет, кстати. Я просто я боюсь опять отключиться. Блин, очень боюсь. Мне кажется, лучше маленький фриз, чем полное отключение во время стрима. Да ладно, я тогда подержу. В принципе, вроде сейчас чуть-чуть попроще стало как-то. Может, у тебя открыта какая-то прога, может, что-то ест. Просто действительно боюсь поймать фейла. Такая вот проблема, не знаю, живу в центре у себя в городе, и вот перебои со светом бывают, ну вот так прям периодически, я могу сказать. Плохо дело, плохо. Хотя я знаю даже из-за чего это у нас тут один хороший человек столб снес на машине. Чего? Да чё, пьяным на машине поехал, в столб впечатался, просто сбурил его на газельке, сшиб. И потом, ну, поставили там его сразу же, конечно, на скорую руку, но походу надо менять срочно все там. Ладно, есть свет и на том спасибо. Так, а я это... все... Что у нас там?
Пятый не хочет заходить? Да что-то как-то нет, я не знаю, может все-таки предложить ребятам сейчас вчетвером добить уже, тут один раунд остался, я не думаю, что будет камбэк из Риэл, просто 9-9 и потом ну, доктор. Ну а кто знает, кстати, так-то они же в Дифенсе играют. Ну, с учетом уверенной доминации Reunion Team на атаке, как они действуют и как реактивчик гонится за сотками, тут не знаю, не знаю. Так, White Police вылетели, тоже ждали пятого. Уже на сервере зашел. Замечательно. Ну ладно, поехали. Это троллинг, конечно. Ладно. Ну ладно, ребята шутки понимают. Да. Ну, он же на сервере уже. Во, замечательно. Асхиада. Асхиада. Погнали. Так, мы побольше нарфит. Погромче здесь. Так вот. Эддук. То, жми готов. Ладно, хотел написать убейте реактивы и слейте этот раунд. Что с 14-ми прагами осталось. Ну ладно. Не, на самом деле я болею за Пашку, чтобы он именно вот этот челлендж, так скажем, выиграл. Мне прям хочется отдать ему эти 300 рублей. Ребят, можно кого 300 рублей? Давай мне, я не откажу. Сделаешь 15 фрагов за 200? Ну, да, давай сейчас прямо. Я вселяюсь в Пашу, короче. Так, ну что, поехали. 9-7 у нас у Пауэра проигрывает четверым игрокам Reunion, но посмотрим. Я, наверное, даже на реактивы переключусь. А реактивщик, смотри, смотри, вперед, вперед. Просто главное, за фрагом побежал. Ну, эх, почти спамил. Что делают деньги с людьми? Что деньги делают с людьми, а? Они делают их тащерами. Просто полетел, полетел, но не удалось. Сделали фейк, просто перетяжка под бету пошла, а Джасли залетает open фраг по Ашиду. Но и здесь да ладно, давайте, тащите, тащите быстрее. Экспрессы тащите. Save my money, please. Да. Болеешь, болеешь. Сейчас Паша скажет, парни, не тащите. Парни, не тащите этот раунд. Ну, посмотрим, посмотрим. Здесь у нас Джасли уже готовится принимать, собственно. Выглядывает Абакаров. Есть инфа по нему. Ой-ой-ой, Абакаров минус по Джасли. И здесь Мэтук остается один. Бум! Спецов, спецов слили. Ну что же, это 9-8. Эмпауэры все-таки отбивают один матчпоинт. Ну и что же, это последний раунд по-любому основного времени. Либо это доп, либо это победа команды Реунион. Ну что же, смотрим дальше за реактивчиком. Да, на этот раз. Отпроклик три раза быстрее. Не летит вперед, чекает у нас потихоньку с КП, летает. Да, неплохо, Софи отпадает, отпадает, угу. Прошу отпадает, прощения, да. Отпадает. Отпадает из этого раунда. Ну и здесь пошел реактивщик, уже прокиды, все аккуратно, все по грамоте. Посмотрим, как это дело пойдет. Там Ашит у нас 31 хп в альфе, собственно, готовится принимать. Джасли просто тырит фраг реактива. Да ладно, два человека всего лишь осталось жив. Паша такой, оставьте мне фраг, оставьте мне фраг. Джасли последний, это Леон. Ну кто же его заберет? Мэддук, Мэддук. Нет, они оставят, реактиву, нет! Мэддук просто спасает мое положение. Да ладно, это просто жесть. Как так? Я просто сейчас ржать в чат буду. Как такое вообще возможно? Ой, господи.
У них сейчас будет люкс. Люкс? А, да, кстати, люкс. Они вон отписывают то, что... Ну, еще люкс. Реактивчик хочет взять реванш. Скажи, вторая мапа, повышаем в два раза, 6 соток на кону. Нет. Ну что? Обалдеть. Ладно, перезаходят ребята, пока поставлю небольшую музыкальную заставочку.